мне 400%. А мои эти 400% дадут только для управления, а для бригады, для моей... Сразу и не поймешь, что же волнует бригаду строителей. О чем спор? Хотя, где у нас еще можно найти столько проблем, как не в строительстве? Все они стекаются к главной проблеме качества. О темпах строительства в Красноярске конца 80-х сейчас можно только мечтать. Ежегодно сдавались в эксплуатацию не только десятки тысяч квадратных метров нового жилья, но и школы, больницы, заводы и фабрики. Сдавались, как правило, помпезно, с разрезанием ленточек и фанфарами. Но затихают торжества, стывает медь оркестров, строители уходят на новые объекты, заставляя нас с грустью вспоминать о старых мастерах. Так даже в лексиконе горожан появилось новое слово «долгострой». Строительство этого дома растянулось на 9 лет по разным причинам, но главное из них – неорганизованность. Постоянно по той же причине тогда сдвигались сроки сдачи объектов завода тяжелых экскаваторов. Процветающее 80-х предприятие возводило много объектов соцкультбыта. Улучшению пресловутого качества и темпов строительства должны были способствовать нововведения. В конце 80-х повсеместно стали создавать так называемые бригады коллективного подряда, работающие по принципу «как потопаешь, так и полопаешь». Ну, суть коллективного подряда, она ясна. Коллективная ответственность всех участвующих в строительном процессе. То есть один за всех, всех за одного. На сегодняшнем этапе это самая современная форма ведения строительного процесса. На сегодня, пожалуй, это самое лучшее, что может быть. Правда, все экспериментальные формы в строительстве внедрялись зачастую со скрипом. А еще и начавшаяся перестройка способствовала тому, что инициативы свыше подвергались критике на собраниях коллективов. Ты сэкономил бетон, ты хоть за куб бетона сейчас получаешь за сэкономленный. Ничего, ничего не получаешь. Так подожди, Володя. Что ты прицепился действительно к этим иглам? Тебе о чем? Сэкономил, ты получил хоть за нее? Вот в чем смысл-то. Я тогда буду заинтересован. Увы, строители вынуждены были признаться, ни коллективный подряд, ни другие ноу-хау не отразились лучшим образом на их работе. Со временем экскаваторный завод и ТРЕС «Красноярск-Тяжстрой» прекратили свое существование. Строительных объектов, в первую очередь социальных, спустя 30 лет стало сдаваться в разы меньше. А о качестве вы можете судить сами. Глядя на старые здания Красноярска, становится стыдно за наше сегодняшнее отношение к строительству. Будут ли стоять столько же, сколько эти дома, наши современные сооружения? Судя по этой стене, нет. Наталья Кичина, новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке Красноярского кинографа.